Товары югорских производителей теперь можно купить в каждом магазине региона. Сегодня в Ханты-Мансийске представители окружного департамента экономического развития проверили наличие местных продуктов в новом сетевом супермаркете. Напомню, еще год назад региональные федеральные сети начали заключать соглашение о сотрудничестве с Фондом развития Югры. Так, на сегодняшний день около 40 югорских производителей представляют свои продукты в крупные магазины. Это молочная продукция, колбасные изделия, мясо и хлеб. Почти на всех этикетках продуктов размещен фирменный знак и надпись «Сделано в Югре». В планах разместить точки продаж с югорскими товарами в небольших магазинах, а также ярмарках и рынках. Кто-то любит посещать супермаркеты, кто-то любит ходить на рынки. И нам здесь главное вот сохранить этот баланс. И сегодня в том числе, чтобы и баланс и покупателя, интересы покупателя, баланс и производителя. Соответственно, тот товаропроизводитель, который у нас сегодня не готов работать с сетями, да, мы как орган власти должны предоставить возможность ему размещаться или на ярмарочных местах там выходного дня, или в каких-то постоянных павильонах.